geliyor taksini. Boran ile borçunem, aşağı kiriyaki oraya, hangistiyan oraya. Nüskü mü mut, aşağıdan kayna vurduf. Ամեն շանակում է եւ ոչ բան չի փոխվել, մենք բլագադայի մեջ ենք եւ այո, մենք արդեն հասկանում ենք, ոնց է պետք ապրել նոր իրավիճակում, մենք մյուս կողմից աշխատանքներ մենք շարունակում ենք. Ասեմ, որ չնայած այդ դժվարությունների, ես շատ ոգևորված եմ, որտեղ տեսնում եմ մարդկանց մոտ եւ կանգ և պատրաստություն հանգիստ անցնել ես իրավիճակից, հանգիստ աշխատել, ապրել և ոչ մի ձևով չի զգացվում այդ ազդեցությունը այս բլոկադայի, որ մենք ինչ-որ խուճապի ենք մարդվել կամ ինչ-որ մեր մեջ դիպրեսիա կա. Դա ինչ է տարողացնում, իսկապես դա մեզ ուժը տալիս, շնորհակալություն ես բոլորին. Շատ չեմ ուզում այսօր խոսամ, երկու թեմայի մասին եմ ուզում խոսամ, մեկ որ Մարտակերտում երեք գրածի Մարտակերտի շրջանը և հանդիպումներ ունեցանք պատգամավորների հետ միասին և վարչակազմի ղեկավարի հետ միասին տարբեր տեղերում և վերջում Մարտակերտում. Շատ կարևոր եմ, որ ասեմ, ես լիցքավորվել եմ էներգիայով և լիցքավորվել եմ մարդկանց վերաբերմունքով այն վիճակին, որ մենք բոլորս գտնում ենք. Իսկապես դա շատ կարևոր է մեր համար և ես վստահ եմ պատգամավորների համար այն ձևի, որտեղ մենք ունեցանք ուղղակի կապ և հնարավորություն շփվելու և խոսելու շատ բարդ և ծանր, բայց շատ կարևոր հարցերի մասին և չկար խնդիր, մենք բոլորս պատրաստ ենք ամեն ինչի և քննարկման ժամանակ պարզել մեր, մենք իրար հետ միասին ենք, դա ամենակարևորն է. Եվ վերջում ուզում առնարան մի հատ ընդհանուր մեր մոտեցում եմ և ինչ ակատարում մեր գործի մեջ։ Ես ուզում Ռուսեն ասել, որտեղ մեկ-մեկ կաղիչում բարեր են ոտագործում, որ մարդկանց բերում է ավելի ուշադրություն այդ բարերին, քան թե ինչի մասին եմ ուզում ասեմ։ Я хотел бы сказать про то, что мы строим. Мы строим систему. И это очень важно. В этой системе будет несколько очень важных вещей. Первое, это будет система для всех. Все будут равны без этой системы. Мы осознанно не возвращаемся в прошлое, мы осознанно не возвращаемся обратно. Вы провели черту и сказали, вот с этого дня система работает так. И чем больше у тебя должность, чем более ты известен, тем больше у тебя спрос. И это очень важно всем понять, тем, кто чувствует, что система работает, и система действительно требует от всех одинакового отношения к своим обязанностям. Второе, я хочу сказать, это очень важно, что прозрачность и коммуникация – это часть того, что система работает, и очень важна ваша обратная связь. Я еще раз хочу призвать номер 119. Те, кто видит, что где-то система не работает, что-то система дает сбои, где-то систему надо подкорректировать, пожалуйста, пишите нам, присылайте информацию. Я считаю, что это единственный вариант делать систему лучше – это иметь постоянную обратную связь с вами. И здесь нет ничего такого, да, в системе всегда будут какие-то вещи для улучшения, и я в этом не вижу никаких проблем. Еще хочу сказать очень одну важную вещь. Прозрачность, коммуникация, система, требующая дисциплины и четкой оценки. И оценку будете давать и вы, не я. Я должен сказать, что по поводу нашей публикации, тех людей, которые будут нарушать систему, оценку будет дать общество. И это самая тоже лучшая оценка, когда оценку не дает не отдельная личность, и это не становится личными какими-то разборками. А эту оценку даете вы, мы все вместе, как общество. Что приемлемо, что не приемлемо. Я хочу сказать всем тем, кто пытается быть решающими. Не надо ничего решать. У нас вся система работает. Всем тем, кому надо поехать на похороны, мы даем совершенно оперативно и быстро все решаем вопросы. Более того, у тех, кто нет денег, мы даже даем это бесплатно. Мы разбираемся и принимаем решение очень быстро. Тем, кому надо в больницу, тоже у нас нету отказа от заявок. Поэтому, пожалуйста, не будьте Робин Гудами в условиях, когда система работает, потому что вы разрушаете систему и даете себе возможность и право принимать решение, кому и что делать. По поводу общественной работы, я думаю, что здесь в Арцахе очень много героев. В Арцахе очень много людей, большинство участвовало в войне. Или семь пострадавших. В Арцахе все люди достойны уважения, потому что они действительно прошли тяжелый путь 34 года были очень непростыми,
для всех. Я уверен, что здесь нету людей неравнодушных, или их очень маленькое количество, тех, кто не участвовал так или иначе в создании Арцаха как государства, Арцаха как общества, которое сегодня существует. Но это означает, что есть спрос намного больше с тех, кто здесь взял на себя ответственность и принимает какие-то решения и какие-то дела, действия. Поэтому еще раз, чем больше у вас узнаваемости, чем больше у вас возможностей, чем больше у вас прав, значит, тем больше у вас ответственности. У нас у всех. Перед тем обществом, которое мы хотим построить, перед тем людьми, которые сегодня каждый день нуждаются в нормальных, элементарных вещах, а именно в том, что есть справедливость, есть честность и, да, уважение ко всем. Уважение определяется в первую очередь тем, что ты уважаешь себя, уважаешь других и уважаешь те правила, которые установлены обществом. И это очень важно. Еще раз, я все прекрасно понимаю, не бывает идеальной системы, будут какие-то ошибки, будут какие-то сбои. Мы будем корректировать, будем изменяться. Мы не боимся признавать свои ошибки, признавать какие-то ситуации, что надо что-то было сделать по-другому. Потому что у нас одна цель – построить справедливое, здоровое, эффективное, счастливое общество, в котором можно будет все дороги, все институты, и парламент, и правительство, и Совет безопасности, и местное самоуправление, и общественные организации, и благотворительные фонды, и частный бизнес, и движение. Я хочу сказать, это очень важно, что это все должно быть вместе и должно быть между собой взаимодействовать. И последнее хотел сказать огромное спасибо тем, кто сделал вчера флешмоб. Молодцы, действительно, это было очень классно, это было очень эмоционально. Я хочу вам сказать спасибо, то, что вот такое количество людей собралось и показало всему миру еще раз, что мы живы и наше сердце бьется. Всем хорошего выходного. Всего самого лучшего.